Зачем нужны все эти ластики, если есть хлеб? Именно такие комментарии я очень часто вижу под своими видео про ластики. Хлеба можно отрезать много, не то что эти ваши мелкие кусочки резины. Коркой стирать не получится, нужен мякиш, много мякиша. Из мякиша формирую комочки, тест-группа. Первый – обычный мягкий ластик, оставляет белую борозду. Второй – клячка, просто хорошо снимает тон. Третий – его величество хлеб. Три в одном. И поел, и рисунок почистил. Крошки после рисунка голубям отдал. Тонкий кончик. Не получилось. Итоги. Не зря в 18 веке изобрели резинку из каучука. Хлеб хоть и ослабляет тон, но растирает штрихи между. Тонкая линия у меня не получилась. Я для себя все же предпочитаю клячку и обычный мягкий ластик. А вы?